Мы на этапе измерения параметров окружающей среды. Это специальный прибор, мультиметр, который может все. Например, сейчас он измеряет уровень шума. И показывает примерно 70, там 69-70. В чем измеряется шум? Я вижу число. А, какое там число? 2 и 1 какое? 2. Число 2. Сейчас поднимаешься и смотришь наверх. На самую-самую верхушку. 17. Записываем. 17. 6. Это высота нашей березы. Моя задача сейчас на дереве найти отметку. Там есть отметка. Попробуй это сделать. Смотришь в окуляр. Левее, правее, малым винтом. 0,83. Сейчас. 2, 3. Ваша задача сложить повязку варежка. Кто будет пострадавший? Пострадавший. Давайте вот пострадавший. Кто будет накладывать? И номер команды. Давайте я наложу. Сильнее делать? Зоб. Нет, ну так. Это кто? Не шарим. Не-не, на этой мотком наворачивай. Конец закрепи и мотком наворачивай любую повязку. Сейчас тем больше. Ну ничего. А наш план сейчас понял. Мы не обязательно все выходить, это 50 заданий. Ой. Ой, 50 заданий. Ну, ты пойди, 50 заданий, мам. Вот смотри, сколько их мало осталось. Все будет хорошо, Лена. Сейчас приходится практически обучать. Развязывай, завязывай. Да. Вот он, образец. Развязали, завязали так-то. Нашего прибора. Она соответствует 136. Меня слушаем? Да. 136. Высота прибора. 0,53. Высота отметки. Нам нужно определить превышение. Что мы будем делать с этими двумя цифрами? Нет. А как же красивое селфи? У тебя вообще хорошо получается. Вот так вот, вот делай эти стереотипические движения. Не-не-не, так мы не договаривались. Все, понял, давай. Молодец. Как хочешь, так и резких движений не делай. Работай плавно, и тогда у тебя больше сил сохранится.